У Sony как бы с этим проблем нет, да. Но по сути там у Nintendo и Microsoft могут возникнуть темы, то, что они должны будут что купить нужен, производителя. Да, какой-то... Ну, то есть то, кто будет поставлять как минимум матрицы. Да. Но... Ну, у Sony есть телеки, но я бы не сказал, что там есть крутые демократичные телеки. Это тоже вопрос стратегии. Я скажу, я всегда это у меня глаза косят в сторону Samsung, потому что они стоят куча, да, много. Да, да, да. И нормально. Витя, это вопрос стратегии. И Sony, когда понадобится, красивый и дорогой. Когда понадобится, они...